Друзья, всем доброе утро. Очень рад всех приветствовать и очень рад быть в Петербурге сегодня. Очень интересное мероприятие, много людей, очень интересные темы. Я, честно сказать, не так давно нахожусь в крипто-тусовке, не так давно занимаюсь этой тематикой, поскольку последние 15-20 лет я в основном продавал акции институциональным инвесторам, листил компании в основном в Лондоне, в Нью-Йорке. И, помимо прочего, руководил сделками по слияниям и поглощениям. В настоящий момент мы развиваем биржу цифровых активов BigX. Я не буду очень долго рассказывать про ее технические возможности. У нас есть стенд, вы наверняка его видели. На нем, к нему можно подойти, и подробно мы можем рассказать, какие у нас есть фишки, чем эта биржа отличается от других. Сегодня я хотел немножко поговорить о будущем криптобирж. Поскольку мы сейчас находимся в предстартовой фазе, мы нашу биржу запускаем в начале следующего года, и мы погрузились достаточно глубоко в эту тематику криптобирж. Что с ними происходит, какое их ожидает будущее, какие биржи останутся. Вот я просто хотел бы немножко почувствовать зал. Скажи, можете поднять руку, кто имеет опыт здесь сейчас сидящих торговли на криптобирже?